Всем привет! Короче, мы сегодня будем делать один аппарат. И я уже немного начинаю тут делать. Надо сделать вот такую часть. Во второй части я вам покажу, как это сделать. Так. Голом бодрый. Ребят, не обращайте внимания на голоса. Просто брат играл. Так, вроде так это все делалось. Я уже забыл. Нет, это вот так. Там че умер? Я раньше обработал. Он умер. Я сейчас за ним приеду. Не, рейс бомбовый. Что скажу? Ну за 6 не возьму, за 6,5 не возьму. Вот, если у вас мало деталей, можете оставить так. Ну у меня не 6,5, но я продолжил. Как я понял. Он стоит, но без тюнинга. У меня он нафига такой. Но он бодренький. Но дальше надо установить эти колонны. Такие колонны. Я пробовал без колонн, у меня не получилось. Типа, мне пофиг, какая у него глазка будет, я для себя беру. Будет у него 1000 рублей глазка. Я возьму. И в этой машине антирадар, короче, я просто на красный проезжаю, не все считают. Они по городу взяли антирадар и поставили. Дебилы. Ну. Когда на этом видео наберется 3 лайка, я выпущу. Я выпущу вторую часть, как это сделать. Я вам покажу, как вот это вот сделать. Я не буду что-то показывать. Да, покажу. Это мы ставим вот так. Блин, у меня я уже сам начинаю путаться немного. Дальше сюда. А, я еще не ставим. Обожаю эти бабки. Это сюда. Так, потом надо вот так, вот так. Там какого-то школьника с Бэйла с больнички вот прогнали. Он такой, на основании чего меня хотите выгнать? Он говорит, вы неадекватные, не живая вас здесь. Так, я тут сейчас совсем разбегусь. А нафиг он нужен? И у него нет ни имени, не видно. Не буду ставить на паузу. Ну то есть вялая максималка, которую он не набирает. Трасса закончится, что он максималку наберет. Это кеша, так новость. Не, потеряешь только деньги. Конкретно. За деньги не возвращают. Хорошо. Вот так. Я зачем, говорит, за 6 я тебе не отдам, типа? Мне в металлик проще назвать его. Металлик, он говорит, типа, я 100 тысяч вложил в него на клиренс. У него убиты, короче, целка не убита. Вот. И он типа говорит, я его сейчас починю и свалю в госту. Мне так проще будет, чем за 6 продавать. Или ну, не знаю, я подумаю еще. Не, я во второй части просто покажу, как это вот сделать. Бэхи не будет.
что либо ешку возьму вот по салоне. Так, теперь либо ставим вот, вот так. Либо раненько салона. Потом на тюнинг буду купить. Ну я не тороплюсь, типа. Так вот, если у вас детали уже закончились, то все, можно уже. То есть вы уже можете остановиться. Кстати, самое главное, чтобы у вас был какой-нибудь шарик. Вот у меня есть. Смотрите, вот эти, вот такие части нужны для того, чтобы можно вот так вот. Например, вы вот так вот можете взять. Вот, например, сюда упал. Вот добавили, типа, это, коллизию. Обезьянки не понимают, в чем прикол, так, и въезжают друг в друга. Еще продолжаем. Если у вас еще такое, есть детали, это еще серьезно, на вот это вот, то вы можете. Но они хотя бы не добавили продолжить. Это. Вам если у вас нету, то режим. Можете уже все выключать. Я тут кайфую от этого дыма от крыши. На поворотах. Нет, тут вообще больше. О, моя Бэша приехала. За сколько он ее даст? Вот это вот бугер. Ставим. М4. Что за говно? Так. Дальше-то сюда. А вот так устанавливаем это вот сюда. Так, сейчас подождите. Так, я с этим потом разберусь. Так, вот так вот прикрепляем вот сюда. Потом берем вот такие вот детальки, прикрепляем. Так, вот прикрепляйте вот эти детальки. Что-то неправильно сделаю. Бесплатно хочешь? А, я неправильно сделал. Вот так. Ни хрена себе. Вот так. Рейс только не едет. Ты по себе меня так... Нет, так, вот так вот просто поставьте. Вот это уберем. Ага, вот это ставим сюда. Это сюда. Потом маленькую сюда детальку. Это сюда. И вот это вот сюда. Давно. Кулина. Так, и делаем то же самое вот с этой стороны. Так.
дом, делайте вот такую часть любого размера. Но смотрите внимательно, чтобы вот тут проходил шарик, чтобы мог он проходить. У меня там стоят специальные детали, поэтому он может проходить. Сейчас это я установлю, все просто я одну руку не могу. Так, вот я закреплю, вот тут закрывать. Можете вот такими вот детальками, я просто... У меня просто деталек не хватало, я закрыл такими. Все. Теперь надо... Сейчас я найду свой шарик. А, вот. Нашел, сейчас. Шарик, и теперь можно, например, упадет вот сюда. Да, он упал сюда. На этом будем заканчивать. Всем удачи и пока-пока.